Вопросов нет. Внимание, ребята, Никита Анисимов открывает сегодняшнее соревнование по воркауту в категории абсолютки на наших соревнованиях от Рибок Стрит Файр Баттлс. Ник готов. Я, конечно, понимаю, но что поделать, что поделать. Вот. Готов ли ты? Да, отлично. Да, отлично. Музыка и поехали. Самых известных и сильнейших атлетов России и мира. Шагали передний лист. 20 секунд у тебя еще на ответ. На свой выход. Десять секунд. И заканчиваем. Свой выход. Губанов Евгений, твой ответ. Первая легенда пойдет на ней минута. Начинаем с рукохода. Стойка на руках. Выход перед низ. Тяжко, очень тяжко выступать от этого в таких условиях. Но все в одинаковых условиях, поэтому все наравне. Отлично, выступаем за счетку. Никита Анисимов, твой ответ. Отличная связка на рукоходе. Элементов на брусья. 20 секунд. Что, все? Губанов Евгений, твой ответ. Крайний выход первого батла, первого раунда по воркауту. Категория абсолютка. Ты прям такая мощная конкуренция, Нику. Сколько? И заканчиваем свое выступление. Отлично. Да.
о музыке, чуть-чуть потише, товарищи, судя, кто же пройдет дальше из них на второй круг батла. Что? Итак, кто же это будет? Евгений Губанов или Ник Анисимов? Единогласно Ник Анисимов проходит в следующий круг по атласу. Оно и не удивительно, ведь это сценарий по обстановке, тут у меня сильнее. Товарищи судьи.